сейчас такая не сильно полевая буря, но вот, пожалуйста, на противоположных берегах Миловского лимана, это порядка там 1,5-2 километра, уже не видно противоположной стороны. Там вот заходило солнце. И вот эти 2 дня очень тяжело дышать. А что же было? Ну, я говорю о масштабах катастрофы, когда вот эти наносы глиняные, вот это вот там основание, это еще не факт, что основание. Тут 15-20 метров высотой наносная глина. Когда вот это засыпало. Сейчас у меня на машине там лежит 1 микрон пыли. И то очень все плохо. А что же было тогда, когда вот такая масса посыпалась? Это была небывалая катастрофа. Нечто страшное. Вот, пожалуйста, и тот же библейский Армагеддон. Ни больше, ни меньше.